следует за толстой путь. А не для стояния у стены плача, уверяю вас. Угу. То есть это протокол? Ну хорошо, Сирия. Но насколько можно было понять, опять-таки, из очень скудных и скупых сообщений, вот после этой поездки и во время этой поездки, позиция России, как говорил Путин, ни по Сирии, ни по Ирану не изменилась. Да. Вот что, на ваш взгляд, это будет означать для Сирии? Ну, опять-таки, много вопросов от слушателей. Что будет в Сирии? Ну, ясно, что бомбардировок в Сирии не будет. По многим причинам. Во-первых, дорогая война. У Европы, у НАТО и у Америки практически нет средств для того, чтобы расстреливать очередной запас крылатых ракет по Сирии. Далее, Сирия вооружена, в отличие от Каддафи. Сирию защищают 40, а может сейчас уже и больше, комплексов «Панцирь», которые исключают бесконтактную войну.